тощий, худющий. Высокий, стройный. Шейка тоненькая, ушки прозрачные, вот в чем душа-то держится? Да зато смотри, какие плечи-то у него широкие. Возмужал наш сынок в армии-то, возмужал. Колесенький мой. Гляди, наш-то на девок заглядывается. Юбка мятая, брюхо рваное, воротнички не подшиты, идут не в ногу. Ну хватит да тебе! Да что ты? Максимушка, сынок, ну что ж это, ну я 2 года, так отпусти, что, мать, отпусти. Ты не понравишься, что ли? Что ж ты, это ж девчонки, да хорошие девчонки. Ты что? Милая, что случилось? Васенька, мне приснился страшный сон. Какой? Как будто я беременна. Милая, ну ты и так беременна. Нет, как будто я беременна, и я родила тройню. Они такие все черненькие. Что? С рожками и с хвостиками. Тьфу ты, черт. Приснится же такое. Ага. Ладно, все, мне на работу пора. Алло! Милый! Ну что, родила? Родила. Тройню? Тройню. И что, черненькие? Черненькие. С рожками и с хвостиками? Нет, обычные. Фу, ну слава богу. Так, значит, сейчас едем на вокзал, встречаем маму, она привезет с собой 2 мешка картошки, их надо поднять на 12 этаж, потому что лифт не работает. Так, потом ты поедешь в магазин, надо купить мясо, рыбу. Стоп! Что случилось? Боже мой, вот склеротик проклятый. Что случилось? Дорогая, я, кажется, забыл выключить утюг. И что, теперь все сгорит? Нет, блин! Все погладится! Простите, пожалуйста, меня, молодой человек. Да-да. Скажите, это действительно тот бифштекс, который я заказывал? Ну, безусловно, это тот самый бифштекс. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что это устрицы. Простите, молодой человек, да. Я не собираюсь в вас ничего бросать. Благодарю. Ну, скажите мне, пожалуйста, а повар, который готовил этот бифштекс, его пробовал? Ну что вы, повар обязан готовить блюда, а не валяться по больницам с пищевыми отравлениями. Да? Да, приятного аппетита. Спасибо большое, молодой человек. Лёха, ну, снег пошел, здорово, извини. Слушай, чё? Посоветуй, что делать, а? Чего? Что случилось? Чего такой грустный-то? Жена достала. Каждый день у меня по ней шопинг, подарки каждый день. У меня уже денег нет, я в долгах, не знаю, как
Леха, знакомая ситуация, у меня то же самое. Да-да. Да. Вчера жена попросила, говорит, купи мне кольцо. Вот, видишь, вот у меня тоже. Да? Ты купил? Ну, купил. Я ей такое кольцо купил, Лешка. Золотое. Золотое. Нет. Серебряное, что ли? Нет. Медное, что ли? Ну, надо было бы, но нет. Так а какое? Я ей, Лешенька, купил баскетбольное кольцо. Да. Пусть это прыгает от радости. Понял? Пошли. Баскетбольное. Сколько вам лет, Игорь Степанович? 52. Вы женаты? Боже упаси. Дети есть? Не знаю, может быть, и есть. Так и запишем. Так. Сколько же вы весите? 150 килограмм. А ваш максимальный вес? 192 килограмма. Ух ты! Кушали много, а? А минимальный вес? 4200. Да. Маша! Ой, кто там? Маша, открой, это я. Какая тебе Маша? Не, да. Клавочка. Какая я тебе Клава? Не, да. Ирусик, Ирусик это. Я не Ирусик. Так, слушай, жена. Как тебя там? Может, мы еще в города поиграем, а? Роттердам. Ну и, короче, она вчера отзвонилась. Говорит, приезжай. Я поехал. Пробки. Нереально. Я 3 часа ехал. Я стоял здесь, понимаешь? Вообще невозможно проехать. А, иди работай. Алена Сергеевна, рад видеть. На чем остановился ваш выбор? Значит так. Дайте мне вон тот синенький. Синенький. Вон тот черненький. А, черненький. И вон тот красненький. Красненький. Одну секундочку. Синенький. Черненький. Красненький. Я прошу прощения, но огнетушитель не продается. Лидочка. Иван Петрович. Лидочка, мне, пожалуйста, чай с лимоном. Иван Петрович. Я 50 лет, Иван Петрович, и что? А то, что вы не могли бы оставить меня в покое. Так, я не понял. Тебе что, надоело работать? Я ведь могу найти новую секретаршу. Нет, мне не надоело работать, но сегодня выходной. Я вас очень прошу, отойдите от домофона. Дальше.
Дальше. На прошлом занятии мы с вами проходили Франция 18 века. Итак, сегодня мы подводим итоги. Настенька, кто взял Бастилию? Не я. Анечка. Не я. Даниил, кто взял Бастилию? Зачем мне она? Сергей. Ну что вы, конечно, не я. Ребята, кто взял Бастилию? Не вы! Павел Петрович! Что, опять? Я больше не могу! Машенька, ну, успокойтесь, успокойтесь. Ну, так, вот, мой дочек. Эти дети, они меня доведут. Я их спрашиваю, кто взял Бастилию? И что они? Они мне все говорят, не мы, представляете? А какой класс? Стой, Б. Ах, эти... Не расстраивайтесь, эти нормальные. Они наиграются, они отдают. Добрый день. Здрасте. А что это мы тут делаем? Ну, как что? По лесу гуляем, любуемся, воздухом дышим, целебным лесным. Вон, птичка пролетела, и не одна. А что это у нас в рюкзачке? Ничего. Разрешите? Пожалуйста, конечно. Ну. Браконьер! Полиция! Дежурный сержант Алимушкин слушает. Умоляю, прошу, помогите. Пожалуйста, пропала моя теща. Теща? Постарайтесь как можно дольше не вешать трубку. Говорите только да или нет. Вам что, угрожают пистолетом? Кто там? Это квартира Ивановых. Да? Здесь Иванова ПП хоронит. Вообще-то Иванов ПП это я. Ну так сказал, что я еще поживу. А вы ничего не путаете? Я? Это вы путаете. Прошу, прошу, прошу. Давай, давай. Ну что еще? Разрешите. Знаете что, я так подумал, давайте я тогда барабан тут оставлю, чтобы по два раза потом не ходить. Спасибо, а то тяжело два раза. Спасибо. Слушай. Сходи, пожалуйста, в аптеку, а? В аптеку? А что у нас случилось? У нас болит голова, как всегда, а я твой доктор. Нет, голова у меня как раз не болит. Ну просто, ну сходи в аптеку. Ну презервативы купишь. Ну давай, бабло. На полочке.
Я пошел. Давай. Антош. Ай. Кисуль, купи, пожалуйста, мне еще пару пипеток. А ну понял. Не забудь, пожалуйста. Хорошо. Раз пипетка. Два пипетка. Я когда в аптеку зашел, я говорю: здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, два презерватива. Она говорит: презервативы кончились. Я говорю: ладно, дайте мне тогда две пипетки. И что? Ты бы слышала, как она ржала. Милый, а как тебе вот этот купальничек? Не слишком смело, ты не находишь? Не слишком. Ты даже не посмотрел. Тебя совершенно не волнует, что в этом купальнике на меня будут глазеть другие мужчины и облизываться. Не волнует. Ой. Ты первый раз отпускаешь одну жену на курорт и такое безразличие. Я тебе доверяю, дорогая. Ой, ладно. Милый, а как вот эти туфельки? Ослепительно. Ой. Я вот думаю, а чтобы мне такое надеть на пляж, чтобы я вышла такая, и все обалдели. Лыжи надень, ё-моё! Лыжи! Ну и вот, я, значит, подустал, корзина-то тяжелая. Выхожу к краю леса, смотрю, на опушке машина стоит. А дождик моросит, думаю, посижу, погреюсь, отдохну. Залез в машину, пригрелся и заснул. Вдруг чувствую, машина едет. Посмотрел, и точно едет. И уже практически до магистрали добрались, ее уже видно стало. Вдруг машина останавливается. И со стороны водителя в окошко заглядывает мужик и спрашивает: ты что тут делаешь? Я говорю: что, я еду? Он говорит: интересно. Он едет, а я толкаю. Товарищ лейтенант, а почему вы не смеетесь? Я к вам обращаюсь. Ко мне? Да. Так я же не из вашей части, товарищ полковник. Столовой ли, не подскажете? Невальный! Почему посторонние на территории веренной мне части? Дорогой, что тебе приготовить на завтрак? Есть йогурт, творожок и мюсли с молоком. Дорогая, давай мне йогурт, творожок, мюсли с молоком и пожрать что-нибудь. Нет, дорогой, ты не понял. Есть йогурт, творожок и мюсли с молоком. У нас Светланочка, спиртики. Я Машенька. Поняла. Вот здесь у нас самый ходовой товар. Памперсы и презервативы. Здесь у нас лекарства от простуды. Здесь у нас, вот смотрите, сердечные лекарства. Но, в принципе, на них все написано. Вот видите, все названия. Поэтому очень легко. Если что-то забудете, всегда можно посмотреть. А это что? А это у нас особая бутыль. Из нее мы наливаем, когда рецепт совсем неразборчивый. Вы знаете, как многие врачи пишут, как вы с лапой. Ну, так что не смущайтесь. Все у вас получится, Светланочка. Машенька. Четыре, пять, шесть, семь,
Саша! Иди сюда! Иди сюда, оставь ты уже ее там! Саша, давай, 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 бери вот это, бери вот это! Кто ж так понапихал, так все? Ой. Кеша, а ты звонил? Звонил Динке-то, Кеша? Генка, ты меня встретит, Генка-то? Раз, два, три, четыре, мальчик, уйди отсюда. Раз. Я говорю, ты Генке-то звонил, а? Ох! Ты Генку мою не обижай, гляди. Да встав ты уже, встав. Ой, я! Верный театр! Отстав тебе! Ой, ой! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, ой, где еще одна? Кеша, да что ты? Да ну что ты делаешь-то, порвешь все рямки-то? Ой, ой, раз какая. Ой, господи. Ой, я тебе так скажу, Кеша. У Зинки хорошо. И с Генкой хорошо. Ой, оказаться бы где-нибудь на земном шарике в таком месте, где природа-то непуганная. Чтоб вот красота-то. Чешенька, пусть хотя бы природа останется непуганной. Пожалуйста. Ох, Кеша, не любишь ты меня. Обожаю, блин. А чемодан-то где? В камере хранения? Ой, беги скорее. Ой, раз, два, три, о, господи. Помогите! Помогите, пожалуйста! Меня только что ограбили, часы сняли золотые, помогите! И что? Ну, как и что? Ну, ловите же их скорее, пока они далеко не убежали! Ну, помогите! Вообще-то сейчас светлое время суток. Могли бы и на помощь кого-нибудь позвать. Я рот не мог открыть! Что, зубы забыли почистить? Да нет! У меня зубы золотые! Ну, помогите! А не хотите голубей покормить? А? Ну, почему бы и нет?